лисичка уже пришит хвост, уже пришит носик. Вот эта варежка. Тут будут глазки, пальчик для варежки, ушки. Все это нужно как-то еще собрать и получить варежку для кукольного театра, для детского кукольного театра, чтобы получилась красивая оригинальная лисичка. Вот такой хвостик будет у лисички. Это носик. Вот варежечка так свернется и должна получиться варежечка на руку для кукольного театра. Ну, вот это внутренняя сторона. Я ее укрепила, ткань еще дополнительно нашивочками, чтобы лучше держался вот хвостик в этой области, пришила. Вот. И носик. В носик положила ваточки, чтобы он стоял. Пришила буковочку. Самое сложное сейчас на этом этапе работы для меня вот пришить пальчик для варежечки. Пальчик я уже раз наметывала, не получился. Ну, нужно еще раз приступить к этой работе. Вот пальчик вшит. С этой работой я справилась. Думаю, нормально получится на ручке. Но надо мерить на детскую ручку. Пальчик немножко чуть в сторону отставлен получился, но так получился. Хотя для кукольного театра, а не для носки варежки, это может быть еще и лучше. Сейчас следующий этап. Вот буду вшивать из этих лоскуточков, из этих остаточков ушки для лисички. Это мягкий, мягкая толстая фланель или мягкий драп, скажем так, плотный. Он уже у меня использован вот на носик для лисички и на хвостике. Я нашила эти лоскуточки. Получился такой как бы пушистый хвостик у игрушки. Вот. Ну вот, основные работы сделаны. То есть все на машинке швейной просмотрено. Здесь вшит пальчик, пришит носик, вшиты ушки. Сложила их неровно специально, чтобы была такая тень, придавался объем изделию. Хвостик вставила пластмассовую трубочку тоненькую, чтобы он держался. А здесь сделала поперечную строчку, чтобы он как бы пушился. Тоже был виден лучше объем. Вот такой объем придала. Ну, вы видите, что не хватает еще на мордочке некоторых элементов. Вот и сейчас я ими займусь. Для этого у меня вот здесь выбор пуговочек, которые я уже нашла, приготовила. Сейчас буду заниматься ручной работой. Вот. Работы мои закончены. Вот такая варежка. Лисичка получилась у меня с глазками, с носиком, с ротиком, с одной ручкой, с хвостиком. Ротик изменила на другую пуговочку, взяла серенькую, потому что с черной она какая-то очень сердитая мне показалась, лисичка стала. А вот серенькая уже другой вид совершенно. Ну вот, хвостик торчит пушистый, как бы из тех материалов, что были. Он довольно пушистый, веселый вышел. С белочкой, я думаю, не спутать, потому что и цвет лисий красно-оранжевый, и глазки большие, и носик длинненький, и хвост пушистый. Ну вот, это на подставочке. На свою руку, к сожалению, не могу надеть, потому что для детских артистов сделана эта куколка-игрушка. Для кукольного театра
В детский сад. Ручка маленькая. Вот только так могу показать. Можно, конечно, сделать и волка, и зайчика таким образом. Вот здесь как раз видите отверстие. Пальчик надевается. Пальчиком можно будет шевелить. Вот такая лисичка. Пока-пока. До встречи на спектакле. Ручка у малыша растет быстро, а с любимой игрушкой, да еще куклой-варежкой, артисткой детского кукольного театра, расставаться не хочется. Вот и пришлось нам сделать вставочку, дополнительную вставочку в объем лисички. А новый наряд лисички, куклы-варежки, не испортил ее имиджа. Наоборот, добавил какого-то интереса в образ хитренькой лисички-красавицы. Вот какое у нас ушко стало. Вот какой хвостик у нас пушистый. Ну что ж, надеемся, что с этой куклой мы еще не раз встретимся на спектаклях детского театра.